Здравствуйте, ребята! Отгадайте загадку. Гусеницы две ползут, башню с пушкой везут. Что это? Конечно, это танк. Вот его сегодня мы с вами и смастерим. Для работы нам потребуется коробка тетрапак, картонная втулка, гофрокартон, гуашь, цветная бумага, бархатная бумага, картон, малярный скотч, фигурный дырокур звездочка, пластилин, кисть для рисования, баночка с водой, пластиковые крышки, ножницы, клей-карандаш и универсальный клей. Берем коробку и разрезаем ее на две части разного размера. Большая – это основание танка, а другая – корпус. Малярным скотчем укрепляем стороны получившихся деталей. Берем картонную втулку, сгибаем ее так, чтобы получилось 4 сгиба. С двух сторон заготовки по сгибам надрезаем и отгибаем картон к центру. Это будет башня танка. Из картона делаем ствол. Скручиваем картон в трубочку и подклеиваем край детали. С одного края делаем надрез и отгибаем картон в сторону. Вставляем ствол орудия в башню танка и фиксируем клеем. Берем картон и обклеиваем им большую часть коробки. Зеленой гуашью раскрашиваем внутреннюю часть основания танка с двух сторон. Из гофрокартона вырезаем две полоски. Это гусеницы танка. Начинаем делать камуфляж. Берем желтую и зеленую бумагу и разрываем на мелкие кусочки. Приклеиваем зеленые кусочки на черную бумагу, затем желтые. Получился лист с камуфляжной окраской. Делаем три листа для основания танка, корпуса и башни. Из черной бумаги вырезаем квадраты для оклеивания торцевых сторон корпуса и башни танка. Приклеиваем их к заготовкам. Берем листы с камуфляжной окраской и обклеиваем детали танка со всех сторон. Приклеиваем гусеницы к основанию танка. К основанию танка приклеиваем корпус. К корпусу приклеиваем башню танка. Начинаем делать колеса. Берем пластилин зеленого цвета, раскатываем шары, сплющиваем. Берем крышки и заполняем пространство крышки пластилином. От черного пластилина отщипываем кусочек, раскатываем небольшой шар, сплющиваем его и прикрепляем к центру колеса. С оставшимися колесами поступаем точно так же. В центре оставляем отпечаток от колпачка фломастера. Приклеиваем колеса к основанию танка с двух сторон. При помощи фигурного дырокола вырубаем две звездочки из красной бархатной бумаги. Приклеиваем звездочки к башне танка. Наша поделка готова! Вот такие танки у нас получились. До свидания, ребята! До новых встреч!